Дорогие друзья, следующий продукт, который я с огромным удовольствием представляю вашему вниманию, называется Активин. Активин – это мощнейший антиоксидантный комплекс, который по богатству представленных здесь ингредиентов, по ярко выраженной степени позитивного воздействия на наш организм, ну, практически не имеет аналогов на всем рынке здорового питания. Любые физические нагрузки, любые процессы жизнедеятельности, они так или иначе связаны с окислением. Это физиологичный процесс, и нам в помощь необходимы те продукты и те вещества, которые будут способны нас поддерживать на нормальном уровне физической активности, чтобы у нас все было хорошо с точки зрения равновесия в психологии, наша нервная система. Если мы не высыпаемся, если у нас тяжелая напряженная какая-то работа, эмоциональная нагрузка, физическая тяжелая работа, если у нас уже какие-то накопились вопросы внутреннего характера, хронические процессы, либо это внезапный стресс какой-то. Никто не застрахован, всяко в жизни бывает. И понимаете, огромное количество вот этих свободных радикалов будут атаковать наш организм, иммунитет будет расшатываться, наши внутренние силы через какое-то время не смогут противостоять вот этому нашествию, вот этому негативному воздействию и паразитов в том числе, и кислот, которые заставятся, и холестерина, и так далее. Так вот, друзья, возвращаясь к антиоксидантной защите, скажу лишь, что в нашем питании всегда присутствуют те вещества, которые защищают наш организм. Вот, к примеру, я снимаю сейчас это видео в этом сказочном, прекрасном оливковом саду, и многие знают, вернее, все знают, насколько оливки, маслины, свежее оливковое масло полезно для здоровья. Также обладает антиоксидантной активностью. Цитрусовые, виноград тот же самый, гранат и многие травы, в том числе, содержат антиоксиданты в виде тех же минералов. Допустим, там селен является мощным антиоксидантом. Есть витамины-антиоксиданты, они присутствуют в природе. Допустим, витамин Е жирорастворимый, витамин А, витамин С. Это все антиоксиданты, друзья. Так вот, если мы будем придерживаться правил хорошего питания, правильного питания, где будет присутствовать много зелени, много продуктов, богатых антиоксидантами, клетчаткой, хлорофиллом, мы с вами будем поддерживать свое здоровье на должном уровне. Но есть еще ряд продуктов, которые способны нам помочь наиболее быстро реабилитировать свой организм, подпитать, подкрепить ресурсы. И часто бывает ситуация, когда это необходимо, вот как говорят, прямо здесь и сейчас. И вот когда мы говорим о эффекте здесь и сейчас, впору вспомнить о активине, потому что он усваивается и начинает работать уже с первых приемов. Если прочие продукты, которые вы, может, обращали внимание, проходят 3-4 дня, там, когда мы прислушиваемся к своему организму и говорим, да, вот какие-то позитивные изменения есть, то активин, он начинает работать сразу же. Потому что в его состав входят необходимые ферменты для усвоения всего того, что содержится здесь, вот в этом богатом, повторюсь, составе. Активин, друзья, необходим нашим сосудам, нашему сердцу, нашему головному мозгу. Это те органы, которые нуждаются в антиоксидантной защите в первую очередь. Почему? Да потому что они в процессе жизнедеятельности, они практически никак.